сегодня с вами Виктория, Маргаритка и Викуля. Всем привет! Приход самого волшебного и сказочного праздника в году, когда воздух вместе с запахом мандарин и хвои наполняется ожиданием чуда, все ждут с нетерпением. Снег скрипит, звезды засияли с хрустальной яркостью, елка вовсю шуршит своими зелеными лапами. Значит, Новый год на пороге. Да еще какой! Крысиный! Новый год – это время исполнения желаний, сбывшихся надежд и ярких впечатлений. Накануне самого яркого и прекрасного праздника мы снова собрались вместе. Вы заметили, как быстро летит время? Вроде бы совсем недавно мы радовались приходу одного года, а уже ему на смену крадется другой. И чем ближе к нам новогодняя ночь, тем сильнее стоит вопрос о том, что бы такое оригинальное и волшебное приготовить, чтобы удивить и порадовать гостей, и в то же время украсить стол. И у нас есть замечательная идея. Сегодня мы приготовим шоколадные капкейки с елочками. Ну что, давайте творить волшебство! Давайте! Для того, чтобы приготовить шоколадные капкейки, нам понадобится 80 грамм сливочного масла, 100 грамм сахара и щепотка соли, 110 грамм муки, 25 грамм какао и одно яйцо. 110 миллилитров молока и 1 чайная ложка разрыхлителя. И, конечно же, новогоднее настроение! Мы добавим масло, сахар и щепотку соли. И хорошо взобьем. Добавим яйцо. И снова взобьем. В отдельной чаше я смешаю какао, муку и разрыхлитель, но муку я обязательно просею. Мы будем постепенно добавлять то сухие ингредиенты, то молоко. Thank you.
готово, теперь осталось разложить его по формочкам. У нас есть силиконовые и бумажные. Вы воспользуйтесь такими, какие у вас есть. Наполним формы тестом чуть больше половины. Поставим наши капкейки в разогретую на 170-180 градусов духовку на 20-25 минут. Пока наши капкейки выпекаются, мы сделаем крем. Для этого мы взяли сливки, творожный сыр и сахарную пудру. Но вместо сливок можно взять сливочное масло. Теперь это все хорошо нужно взбить. Мы взбили крем, но нужно его покрасить, потому что елочки зеленого цвета. Крем мы окрасили в зеленый цвет и переложили в кондитерский мешок. Теперь мы будем украшать наши капкейки. Теперь мы будем делать елочку. Для этого мы возьмем вафельный рожок и положим туда любые сладости. Это будет сюрприз. Я возьму безе. Теперь я возьму крем и буду делать из рожка красивую елочку.
такая елочка у меня получилась. Пока девчонки будут доделывать свои елочки, я приступлю к украшениям. Вы можете взять бусины и разную посыпку, можно даже маленькими конфетками. Мы поздравляем вас с самым волшебным праздником, с Новым годом! Желаем вам только добра и счастья, чтобы этот год принес вам очень-очень много удачи. Желаем подпитать свои силы волшебством. Мы желаем вам еще больше уютных посиделок в кругу любимой семьи. Новый год приходит к нам и шагает по домам, распевает с нами песни, собирает семьи вместе. Пусть царят и там, и тут доброта, тепло, уют, и пусть будет этот год полон радостных забот. Долгожданных вам гостей и хороших новостей! Самых добрых перемен! С Новым годом! Счастья всем!